1 августа председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов с рабочим визитом снова посетил столичную школу номер 42 имени Гаджи Магомедова. Целью встречи стало инспектирование хода работ капитального ремонта образовательного учреждения. Напомним, что 6 июля глава Кабмина уже был на этом объекте. Тогда работы были исполнены на 35%. Абдулмуслимов дал обещание родителям школьников вновь посетить заведение 1 августа. Если сравнить с тем временем, как качество выполнения работ, оно на совсем другом уровне, и количество рабочих сегодня здесь работает более 75 человек, и работы выполнены проценту на 55-60% полностью все работы. Здесь практически самая тяжелая часть работ практически завершена. Здесь единственное остается здание спортзала, но по спортзалу тоже у нас есть свое видение всех вопросов, есть план мероприятий. Самое главное, здесь учебный процесс не будет прерван. Премьер-министр также добавил, что следующее посещение объекта планируется уже 15 августа. Если для завершения ремонтных работ будут нужны дополнительные средства, то этот вопрос вынесут на рассмотрение в правительстве республики. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов обозначил, что по окончанию строительных работ будут облагораживать прилегающую территорию. Знаем те замечания, которые получили насчет деревьев, что надо их привести в порядок. Кое-какие деревья, может, даже придется нам пересадить, новые деревья привести. Я думаю, и эти работы тоже мы сделаем, и территорию приведем в соответствие. После как закончатся строительные работы, тяжелые строительные работы, мы приступим к благоустройству, приведем порядок территории и входные самые группы, и подъезды, и вокруг зданий территории приведем порядок. Стоит отметить, что капитальный ремонт фактически перерос в реконструкцию, и у старого учебного заведения теперь появится совсем новый облик.